Оцените ситуацию. Если она безопасна, подойдите к человеку. Обратитесь за помощью. Позвоните 103 для экстренной помощи. Помогите пациенту лечь на спину, поддерживая голову. Попросите держать оба глаза неподвижно. Дайте им чистую повязку или ткань, чтобы они держали их на глазу и аккуратно зафиксировали на месте. Укройтесь в безопасном месте, пока не прибудет помощь. Если помощь недоступна, отправляйтесь в ближайшую больницу только тогда, когда это безопасно.